Всем добрый день! Меня зовут Вероника Толецкая, я художник-акварелист. И сегодня у нас будет мастер-класс на тему причесок. А я расскажу, как, например, нарисовать ту или иную иллюстрацию, когда вам нужно какую-то определенную стилистику исполнить, например, нарисовать прическу, и вы знаете, у вас уже есть какая-то задача, например, с определенным светом, там, в определенного вида прическу. И это будет история, когда мы не просто возьмем какой-то готовый референс, а мы будем комбинировать, брать за основу несколько фотореференсов, что-то менять, что-то двигать. И за основу вот у нас будет вот такая фигура с пучком, с гладкой прической, такая, которая сейчас в тренде. Но ее мы декорируем вот такими стразами, добавим вот такого блеска. Задействуем маскирующую жидкость. Расскажу про акварельные техники на примере вот этой прически. И здесь ракурс лица у нас таков, что он развернут от нас. Но мы возьмем еще один референс. Вот, например, в нем мне понравился вот этот теплый красный свет, который падает на подбородок, на носик и вот дает такую теплоту. А где-то вот есть вот такой красивый какой-то теплый контур в прическе. И, например, когда я рисую, у меня есть какая-то задача, я ищу по частям, как бы по пазлам, что бы я хотела применить в этой иллюстрации. Вот, например, как здесь какой-то интересный теплый свет. Здесь мне понравился вид самой прически, вот этот гладкий, гладко зачесанный пучок, собранный. Здесь хорошо распределены, четко видны блики, ярко на волосах, то есть там будет выразительная текстура у нас. А вот здесь, например, мне понравился ракурс, потому что он чуть больше к нам, лицо повернуто, и здесь классный свет есть. Поэтому мы как бы склеим эти две истории, возьмем отсюда ракурс и свет, ракурс лица. Практически у нас здесь просто поворот чуть больше, поэтому мы покажем больше лица, но сохраним вот эту историю с прической. Итак, поехали, начинаем строить. Картинки вы найдете в описании к видео, их можно будет скачать и открыть, чтобы вам было хорошо видно. Начинаю я с того, что рисовать буду на хлопковой бумаге сегодня, на лане. Начинаю с того, что легким касанием карандаша намечаю голову. Нам важно здесь то, что голова должна быть немного сдвинута вправо, потому что такой объемный пучок у нас будет с этой стороны. Стараюсь всегда не давить на карандаш и только легким-легким касанием намечать первые силуэты и двигаться от общего к частному. То есть сначала мы самые большие формы намечаем. Голову я рисую не очень большой, потому что у нас еще должно хватить места для того, чтобы показать длинную красивую шею. И, ну, чтобы у нас как-то все это было закомпоновано, чтобы мы не уперлись куда-то в край листа. И для ориентиров, например, использую симметрию листа. То есть, например, мы смотрим, что вот этот пучок объемный, он у нас находится, край его находится примерно посередине листа. То есть вот этот край пучка. И мы сразу уже понимаем, что вот отсюда у нас должна начинаться окружность нашего пучка. Вот мы его нашли. А сам пучок примерно у нас начинается от середины листа вверх. То есть вот я, например, вижу, что мне надо подвинуть голову чуть-чуть выше, сместиться, чтобы у нас поместилась шея и хватило нам места.
Дальше, наметив силуэт по референсу с пучком, я перемещаюсь ко второму референсу и открываю уже вот эту картинку, где у нас повернуто к нам лицо, и уже пропорции смотрю по вот этому референсу, пропорции лица. То есть здесь у нас где-то будет располагаться по высоте, посередине головы ушко. То есть мы смотрим, чтобы оно располагалось примерно по центру. И вот, например, мы видим также по нашему референсу методом проекции мы можем находить остальные части. К примеру, мы видим, что вот относительно высоты ухо у нас по центру, там чуть ниже оно может быть смещено. Дальше мы выдвигаемся к построению лица и видим, например, что бровь у нас находится ровно напротив уха, посередине. Поэтому мы также сдвигаемся, вот проекцию делаем и находим вот положение брови здесь. И видим, что бровь, лоб, бровь – это самая выступающая точка. То есть дальше у нас все пойдет уже по окружности внутрь. Голова и лицо сюда вниз. То есть вот это должна быть самая выступающая точечка. И от нее мы двигаемся вверх и уже дальше вниз, как бы сдвигаемся внутрь, намечая века, нос и губы. И намечая силуэт лица, мы видим, например, по направлениям углов, как нам построить и не ошибиться в силуэте, например, носа и подбородка. Видим хорошо, что у нас здесь есть определенные углы. И углы эти, например, если мы посмотрим на нос, глаз привык рисовать там носик, потому что мы видим его там в профиль обычно или в анфас, вот таким под углом. И нам всегда захочется, например, угол делать вот таким, показывать его. Но здесь у нас голова наклонена вниз, и мы видим хорошо, если приложим прям карандаш, что нос идет почти вертикально вниз. То есть нам не надо здесь рисовать угол, он почти параллельно краю листа пойдет. Не едва только у нас совсем там заметен угол. Небольшой он будет совсем, почти вертикальная линия. Дальше мы можем посмотреть и проследить, какой у нас угол вот этой вот скуловой части и, например, угол подбородка. И увидеть примерно, что это плюс-минус 45 градусов вот здесь. И мы прямо вот под 45 переносим этот угол на подбородок. И также мы можем, положив основу параллельно, планшет параллельно листу, либо если там у вас телефон, либо если вы рисуете, например, смотрите на компьютер, который перед вами стационарный, то вы можете просто, вытянув руку с карандашом, проверить какой и прикинуть какой это угол. Например, вот здесь, ну это, например, там градусов 70, и вот перенести этот угол. Сначала мы намечаем это вот такими общими обрубовочными линиями. То есть мы сначала находим положение лица, прикидываем наш силуэт. И уже только когда мы видим, что там пропорции совпадают, видим, что все на месте, начинаем это все уже прорабатывать и потихоньку давить на карандаш.
Дальше мы вот как бы нашли этот силуэт лица. Я начинаю прорисовывать ухо. На ушко я смотрю, тоже глядя на вот этот сюжет, чтобы оно у нас как бы сопоставлялось правильно с лицом. То есть мы тут находим вот эти углы, угол челюстной. То есть это условная линия, ее здесь нет четкой, просто чтобы мы понимали, где будет примерно граница лицевой части и вот этой нижней плоскости подбородка. И чтобы мы понимали, например, где нам расположить ушко. К примеру, здесь я вижу, что у нас подбородок и ухо, они с легким смещением идут. Ну, практически ухо находится над подбородком, ну, немного, но может быть смещено назад. Потому что если мы смотрим вот этот референс, у нас они меньше совпадают. На вот этот чуть-чуть они будут больше совпадать, поэтому я, например, могу здесь сдвинуть подбородок. И вы тоже можете себя проверить, либо ушко, либо подбородок что-то подвигать, чтобы правильное вот это вот положение ракурса было. Обычно нам тоже всегда хочется подбородок больше выдвинуть вперед, потому что это такой привычный, более классический ракурс в профиль. Но так как здесь у нас голова наклонена вниз, и плюс мы еще смотрим немного сзади, то подбородок не будет выступать сильно так вперед, он у нас будет вот так вот уходить вовнутрь. Здесь, прорисовывая линию роста волос, я переключаюсь периодически на наш первый референс с пучком, чтобы... Потому что волосы у нас здесь должны быть зачесаны как бы назад, а не вверх. Поэтому вот здесь мы причесываем вот эту линию по направлению роста волос. Немножко вот выходим на висок. И дальше у нас все линии направляющие, они должны стремиться как бы вот в центр нашего пучка, такой, который мы подразумеваем там внутри, там, где волосы собраны в хвост. То есть логично, что когда у нас все волосы затянуты, они должны все стремиться вот в эту точку. Тогда и когда мы штрихи кисточкой будем вести, это все будет выглядеть реалистично и органично. То есть все вот эти пряди волос, штрихи должны стремиться вот в эту точку, обволакивая окружность головы. Когда я рисую силуэт шеи, я опираюсь тоже на наш референс с пучком, потому что то есть вот эта вот часть волос и шеи, она как бы как будет такая цельная. Мы показываем шею и завершаем ее вот такой линией декольте, чтобы у нас вот такая завершенная по композиции была история, где шея тоже как-то вот так органично заканчивается. Например, если нам тоже надо как-то придумать, как она будет завершаться вот здесь, то есть мы можем либо фрагмент одежды показать, либо, например, какую-то, чтобы это была композиция такая удачная, взять какой-то фрагмент дублирующие линии, которые у нас уже встречаются в силуэте. То есть это может быть вот какая-то пластика вот такая круглая,
например, где-то больше закруглить, либо в эту сторону закруглить, но показать вот какую-то линию, которая сопоставима с теми линиями, которые у нас уже имеются в иллюстрации. А дальше я начинаю разбивать на сегменты наш пучок. Он у нас вот такую тут сложно сочиненную форму имеет. Но на нем будет очень классно прорисовываться текстура волос. И вот эти блестящие блики, они будут показывать хорошо вот такую текстуру и блеск волос именно. К примеру, если, например, нужно отрисовать какую-то историю про там стайлинг, про волосы, про прически, то есть нам надо выбирать тот референс, где хорошо и выгодно видны волосы, где считывается текстура их. То есть если вот у нас сейчас задача показать прическу, здесь мы на первый план и выдвигаем эту прическу. И здесь на нас работает, например, и силуэт, и текстура, и вот как бы композиция, так что вот девушка развернута к нам в полоборота, то есть лицо как бы уходит уже на второй план, это что-то второстепенное, а на первый план выходит прическа. И здесь на этапе эскиза тоже важно показать вот в этом пучке, как у нас выкладываются волосы. Они у нас идут, если здесь у нас история круговая, и они у нас затянуты в наш хвост, то здесь они все будут в разных направлениях. То есть мы смотрим, важно вот эти все округлые, затянутые, вот такие объемные фрагменты показать. Потому что когда мы уже карандашом их прорисуем, мы уже будем понимать объемы и понимать, как этот пучок выглядит. То есть мы смотрим, куда заходят волосы и откуда выходят. И прямо вот карандашиком вот так прорисовываем направляющие вот эти. Здесь у нас вот такой свободный кончик торчащий. Мы вот так его даже специально нарочито можем подтянуть вверх, сделать еще более торчащим. Показываем красивый затылок, переходящий в линию шеи. И теперь, когда уже у нас все на своих местах, когда мы все плюс-минус дорисовали, мы можем наметить форму бликов, то есть сразу вот эти области, где нам надо будет оставить блик, сохранить светлое место на заливке, на волосах. Мы можем эти формы сразу прорисовать. Где у нас находятся блики? Вот здесь это очень хорошо заметно. Не всегда на волосах такой яркий выразительный блик. Но вот в данном референсе, то есть я специально выбрала вот такой реф, где хорошо очень виден вот этот прям блеск, вот эти траектории блеска. Потому что то, как мы выкладываем блик на волосах, очень важно, оно дает понимание объема. И у нас пучок или голова с гладкой прической, она выглядит объемно за счет этого. Здесь, смотрите, блик у нас идет вот так по кругу. И смотрите, он прям закругляется, и мы видим вот эту силуэтную линию светлую. Четкой линии у нас нет, то есть примерно вот эту линию переходную от блика к черному цвету волос мы можем найти. Вот. Ее можно карандашом легко-легко вот так сразу и наметить для себя на своем эскизе, чтобы потом мы ее не потеряли.
Потому что очень важно в акварели, конечно, не потерять свет. Потому что если мы уже его перекрыли, вернуть его будет сложно. И то же самое участки вот эти небольшие. Где-то это вот такая волнообразная траектория, где-то это треугольник, где-то это просто загогулина вот такая. Но важно все эти участки обозначить. Где-то это вот какие-то такие спиралевидные истории. И все, что мы замечаем, особенно вот что-то такое закрученное, гнутое, не стараться его упростить, а наоборот вот эту вот форму какую-то в волосах, когда у нас что-то подкручивается, выгибается, лучше еще больше выгнуть и подкрутить, потому что тогда мы эту вот эту вот особенность этой формы, мы ее подчеркнем, а не упростим. И у нас как бы сохранится, ну, какая-то вот объем и аутентичность как бы вот в этой форме. Мы ее как бы усилим, а не ослабим. И чуть ярче я прорисовываю силуэт лица, потому что лицо у нас здесь такая второстепенная история, но оно работает за счет именно вот своей такой силуэтной истории, потому что фактически там мы не видим четких очертаний глаз, губ, а мы видим именно красивую силуэтную линию, как у нас выходит в объем бровь, реснички, нос, губы, и красиво это все уходит вот в такую элегантную линию подбородка и шеи. На платформе школы также есть полный курс по фэшн-портрету акварелью. Этот курс создан с упором на то, чтобы разобрать чистую акварельную технику и воздушность акварели, и смешан он с тем, чтобы научиться легко рисовать портреты. Мы начинаем разбирать элементы лица, брови, ресницы, делать упражнения, делать штрихи акварельные, и потом уже переходим к более сложному. Мы учимся рисовать ракурсы, мы учимся строить лицо, учимся передавать эмоции и уже рисовать какие-то более сложные структурные элементы в портрете, такие как волосы, мимику передавать. На протяжении всего курса весь акцент смещен на акварель, на то, чтобы учиться в разных техниках акварельных рисовать и научиться не бояться портрета. На онлайн-практике по волосам мы разбираем все моменты, связанные с прическами и изображением волос в акварели. Начинаем с простого, с упражнений. Учимся рисовать кистью завитки, штрихи, локоны, управлять кисточкой так, чтобы передать именно текстуру волос разными способами, упражнениями и методами. И дальше начинаем с простого, с упражнений, и переходим уже к, непосредственно к прическам. И здесь мы уже учимся рисовать косы, передавать блики на волосах, рисовать вот такие легкие летящие локоны, изображать объем, текстуру
И цвет в волосах. Также будет урок по гладким прическам, там, где мы будем передавать разные оттенки на волосах, блеск, текстуру, и передавать такой какой-то определенный стайлинг в прическе. В онлайн-практике мы помимо волос полностью разбираем и лица, разные ракурсы, мимику, поэтому вы вместе с прическами отработаете также и фэшн-портрет, научимся передавать объем, научимся эмоции в лице считывать, и все это будем подкреплять чистой акварельной техникой, вспоминать про заливки, про то, как рисовать акварелью чисто, без грязи. И на онлайн-практике вы самое главное научитесь передавать легкость в волосах. Если, например, вы сомневаетесь, нужен ли вам целый курс по фэшн-портрету, то приглашаю вас на онлайн-практику. Она более короткая, емкая, и вы сможете попробовать и познакомиться с прическами и акварельным фэшн-портретом на ней. Поэтому жду вас на курсе. Мы продолжаем наш мастер-класс. Мы сейчас сделали эскиз карандашом. Я его немножко почистила, удалила лишние линии, промокнула крячкой какие-то места. И сейчас мы будем наносить маскирующую жидкость для того, чтобы создать вот такой эффект бусинок на волосах. То есть мы их задекорируем, у нас вот такие стразы будут на гладкой прическе. Разбросать эти стразы мы можем так, как нам захочется. То есть если у нас здесь вот такая история точечная, где-то вот они раскиданы по голове, то здесь, например, у нас такой пучок объемный сзади, и нам лучше отталкиваться от композиции прически. Я бы расположила стразы вот так вот по направлению прядей текстурных волос, то есть как у нас идут волосы, так и вот какими-то направляющими мы можем разбросать стразы. Вы можете сделать как угодно, например, сделать такую же более симметричную историю, когда у нас просто такую точечную в горошек, когда у нас на одинаковом расстоянии находятся эти точки, либо их насыпать густо прямо возле пучка, либо на сам пучок, либо какие-то полоски выложить. Здесь уже включайте вашу фантазию, используйте какие-то интересные силуэты, линии, точки в виде страз. А наносить я буду такой вот шпажкой деревянной, маскирующую жидкость, и точечки наношу разных размеров, то есть где-то у меня будут эти стразы крупные, а где-то это мелкие-мелкие точки незаметные, чтобы как бы вот этот вот блеск, он был более такой объемный получился. И я их больше как бы насыпаю возле самого пучка и уже как бы разряжаю густоту этого блеска ближе к макушке головы. А можно еще обратить внимание здесь на то, чтобы эти стразы расположились вот так объемно, чтобы мы видели, что они выложены по форме головы. Вот в этой центральной части, которая направлена на нас, ну вот в этой части головы, стразы будут выглядеть в виде кружочков. То есть мы ровно форму круга стараемся держать. Когда мы наносим, вот, например, мы еще немножко корректируем, чтобы кружочек, который мы рисуем, ну, был ровным, геометричным. Это важно, потому что так нам будет четко понятно, что это, ну, какая-то стразинка, а не, ну, какое-то рандомное пятно. И когда мы сдвигаемся вот уже ближе к краям, происходит такая история, что плоскость головы мы видим под углом. Соответственно, когда у нас резкий большой уже угол, то наша форма круга превращается в эллипс. Поэтому чем ближе мы подступаем к краю головы, вот сюда или сюда, мы здесь уже наносим наши пятнышки более вот такого овального вида. То же самое здесь. Мы немножечко их делаем овальными ближе к краю головы. Чем ближе к краю головы, тем более овальной становится форма. И дальше
Пару стразинок я наношу на пучок. В пучке соблюдаем эту же стратегию. Нам нужно, вот как бы, как у нас выложены вот эти сегменты пучка, как они закручиваются, так мы и формируем вот эту форму кружочка. Мы делаем ее более вот такой сплюснутой к краю. Пока у нас жидкость вот в таком сыром, мокром состоянии, в подвижном, постарайтесь везде выравнивать и рисовать четкую окружность. Это важно, потому что когда мы будем снимать маску, у нас уже будет четко очерченная форма. И важно, чтобы эта форма была геометричной и круглой, потому что ее уже потом сложно править, когда у нас уже залито, например, еще контрастным цветом, сложно ее уже менять. Поэтому максимально постарайтесь сделать ее ровной. Теперь мы нанесли маску, мы даем ей подсохнуть, и пока она будет подсыхать, мы замешаем акварель.